Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. И сегодня решила я снять видео такого плана, что мы переехали, получили новую квартиру и делаем здесь ремонт. Но так как вся канализация, все трубы находились в ужасном состоянии, старые, гнилые, полугнилые, мы в первую очередь занялись сменой газа и сантехники. Вот так выглядит ванна на момент, когда уже убрали канализационные трубы и частично начали укладывать, что ли, или соединять пластиковые. Здесь поменяли сантехнику, встроенный шкаф нужно будет выламывать. Ну и вот на половине готовности находится нижняя часть туалета. Теперь переходим к кухне. Вот так кухня выглядит. Пока все находится в куче. Здесь уже газовая плита установлена, новая газовая колонка. Ну и убрана краска со стены и загрунтована, немного зашпаклевана еще. Теперь будем устанавливать трубы. Далее увидим после того, как установят все трубы.